Я попал на фронт уже, конечно, немножко позже. То, что я с 26-го года, понимаете? Ну, как раз 18 лет, и меня забрали. В каком году? В 44-м, в начале. И воевал я на Восточной Пруссии, может, знаете, Кенигсберг. Вот это меня Кенигсберг наступал. Что вы помните, вот такие самые яркие воспоминания, какие у вас до сих пор сидят? Ну, воспоминания у меня есть такие. Вот мы стояли в обороне, ну, это уже или начало Германии, или, ну, Восточная Пруссия. И було таке місто, що, ну, ми німців бачимо, і вони нас бачать. А одне місто було таке, що не видно. Висилається, значить, уперед іще, метрів там 50, і там окоп ділають, і наблюдають, розумієш? І от на той участок напали німці. Ну, а ми стояли в обороні, нас, значить, знімають, ну, наш взвод примерно, і туди встановить прорив той. Ну, приходимо там уже всі, той убитий, той тот. Одного не знайшли, понімаєш, ні вбитих, ні живих, ніде. Значить, це предполагають, взяли язика. А ми і наступати собирались. Ну, не ми, а наше начальство. І навезли, значить, артилерії повну. Тож язика взяли, все, наутро нема нікого. Ні артилерії, нікого. Одні ми остались. І, значить, отож, ну, стали ми охранять эту пулемет там у нас и нас два. И вот на утро затишье, я понимаешь, ни они не стреляют. Чуем там котелками брязкотят, на завтрак идут. Ну, а мы вылезли на бруствер, ну, на окоп сверху. И покурим, значит. Тоді дивлюсь, мій товариш мель і впав. І на смерть. Убили. Снайпер? Да, 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 снайпер. У мене брат старший, той був артилеріст і офіцер, старший лейтенант. Погиб уже в 44-му году. Він погиб, а мене взяли.